Вчера в самом мотоциклическом городке Урала, России и планеты Земля, то есть понятно, что в орбите, случилось торжественное открытие. Местная школа номер 10 после кардинальной реконструкции получила универсальную спортивную площадку. Да что там, целый стадион, появившийся в рамках нацпроекта «Образование». Спорт, ты мир, кумир и образ жизни. Только с тобой состояние духа, души и тела в абсолютной гармонии. И вот он, долгожданный стадион, который по праву принадлежит юным спортсменам. Открыт! Разрешите мне всех вас поздравить с этим знаменательным событием, поблагодарить отдельно подрядчиков, которые построили такой стадион. Отдельные слова благодарности сказать министру образования Свердловской области, потому что как только в этом году программа строительства спортивных объектов в образовательных учреждениях была возобновлена, городу Ирбиту такой подарок от министерства был сделан. Еще раз хочу всех поздравить с открытием этого спортивного объекта и поздравить не только детей, учеников, но и жителей всех окрестных домов, потому что, как мы уже говорили, во внеурочное время этот стадион также будет открыт для всех желающих заниматься спортом. Наши ученики успешно участвуют в легкоатлетических эстафетах, являются неоднократными победителями первенства города по баскетболу, легкоатлетических пробегов, соревнований по лыжным гонкам и других городских и региональных соревнований. Наши ученики проявляют целеустремленность, нестандартное мышление, выполняют сложные олимпиадные задания. На оборудование площадок, проведение дополнительного благоустройства и полную замену ограждения всей школы ушло в общей сложности 32 миллиона 700 тысяч рублей, которые потрачены не только на школьников. Как вы уже слышали из первых уст Ирбита, окрестные жители тоже получат с этого свои физкультурные дивиденды. И эта практика должна стать всеобщей. 2022 год мы посвящаем разработке еще одного проекта, проекта спортивной школьной площадки. Планируем работы провести на территории школы номер 9. Это тоже большая крупная школа с большой территорией, на которой возможно также разместить очень большое количество спортивных площадок, которая позволит ребятам заниматься и всем жителям ближайших домов также организовывать свой спортивный досуг в выходные дни и вечернее время.